тянуть ноты. Нам скоро детский сад снова откроет двери. Строим мы, уходим, кашу с маслом есть. Но это не совсем то, чего мы хотели. Мы уже привыкли дома без конца сидеть. Мы хотели мультики смотреть, в телефон играться и с котом дуэть. Мы мечтали до обеда спать, но открылся сад и нас зовут гулять. А может, все-таки мы в детский сад пойдем? Друзья, еда, компот, остались в нем. Пусть подождут нас дома игры и коты. А папа хочет тишины. Дорогие подтышки, кто у нас с колпаком на голове? Ну, конечно же, кошка. Ее зовут Мойка. Киса ее зовут? Да не Кися, а Мойка. Я на вот это вот смотрю, короче, вот что мы.